давай. Бляха-муха! Ёб твою мать. Капец, козёл, блин. Блин. Рекомендую. Не сбивается пор, краска изменяется рост. Берем кисточку от самой земли ствол и основания, скелетных клеток. Тонкие ветки можно побелить только с южной стороны, они будут защищены от солнца. Началось. Итак, у нас пишет мама Лена. Она передает привет своей дочери Катюше Мамичевой. Очень тебя люблю. От Ольги Полорусовой из Самары. Привет, Самарскую область. Просто Олечке захотелось написать что-нибудь. Какого-то конкретного не придумал, но так вот прям быстро нехорошее решил поделиться. Привет вам. И хорошей погоды в Самару. Худел Махмудов. Перед вами стоял в очереди. Вот такой белый, такой, да, такой негативный, негативный, такой злой прямо так. Не знаю, что-то настроение плохое. Но я ему вроде все рассказал, там, вы ему подскажите. Пьяный, сука, бля. Да, по-моему, пьяный, нахуй. Заряд! Бля! Сука, долбоёб! Ребята, помощь нужна? Оба! Похоже, что да. Ой-ё! Твою мать! Скоро, а, блин, телефона нету. Сиди!